А раньше приходит, ничего. Имам наш, он немножко, я был где-то 30, нас немножко рассказывает о культуре ислама, традиции, храма. Потом идем, уже. А кто уже намаз держит, уже выполняет, мечеть на намаз. Там есть, называется, тарарих. Но это опасно его. Он может. Можно пожелать. Понятно. Кое-какие-то вопросы будут лично к нам.